Всем привет! Сегодня на фоне вот такого красивого цветущего куста лилий хочу вам рассказать о таком новом современном средстве удобрения, современном. Наконец-то я его нашла и купила, и хочу с вами поделиться, потому как давно его искала. Конечно, оно не дешевое, оно дорогое. Полкило 280 рублей оно стоит. Но очень хорошее средство. Называется монокалийный фосфат. Здесь, значит, фосфор и калий. Концентрированное, водорастворимое фосфорно-калийное удобрение для подкормок любых культур. Применяют его вот именно сейчас, в это время. Весной и начало лета. Идет это удобрение, сейчас я вам его покажу, для подкормки всех в период плодоношения, в период цветения всех растений, овощных, цветочных, кустарников, всех культур. Значит, что он делает? Ускоряет наступление и продлевает время цветения цветочных растений. Повышает лёжкость и сохранность выращенной продукции. Повышает урожай, улучшает его качество за счет наполнения сахаров и витаминов. Способствует закладке плодовых почек урожая следующего года. Значит, если мы обрабатываем сейчас, мы не только подкармливаем и обрабатываем, улучшаем сейчасшние свои продукты, но уже и закладываем плодовые почки урожая следующего года. То есть это удобрение поможет нам уже и в следующем году. То есть здесь есть подробная инструкция, как применять его, способ применения. Применяет на овощных, цветочных культурах, на рассаде, на овощах открытого грунта, в защищенном грунте то же самое. Картофель можно подкармливать, плодово-ягодное и все декоративные культуры. Все цветы, все кусты. Все можно подкармливать по схеме, которая есть на этой упаковке. Вот говорю вам, что удобрение не из дешевых. Но я не могла его никак купить. Сейчас я вам покажу его. Вот так. Па-бам! Вот, наверное, не видно. Поближе сейчас покажу. Вот такое вот удобрение. Полкило стоит 280 рублей. Дефицит страшный. Я не могла его нигде найти. Ну, конечно, я живу на даче. Тут особо садовых центров таких нет. Там, где специализированные садовые центры, где продают, наверное, рассаду, может быть, цветы. В общем, там все должно быть. Вот здесь фосфор 50% и 33% калий. Здесь есть подробная инструкция. Все написано, как применять, способ применения, в граммах дозировка, время, когда делать корневую, когда не корневую. Но я, конечно, корневую делать не буду, это очень дорого. Я сделаю только по листу обработку, в некорневую подкормку, потому что 0,5 на весь сад-огород хочу подкормить и смородину, и малину, и клубнику, и цветы, розы, пионы. Все сейчас прям зацветает, все в бутонах. Как раз им нужна вот такая вот подкормка. Здесь, пожалуйста, нарисованы все овощи. Можно делать обработку по листву, подкормку любым овощам, любым растениям, любым цветам. Так что вот я очень рада, что я наконец-то купила. Это современное, это новое поколение уже. Много всяких удобрений, которые там комплексные или просто содержат азот, фосфор, калий. Суперфосфат вообще ни о чем, он не растворяется в воде. Это хорошо растворимое, быстро действующее. Поэтому его нужно использовать экономно, строго по инструкции. И сделать обработку хотя бы один раз всем своим растениям, особенно новичкам, которые не умеют, не знают, как, чего. Здесь, видите, уже все сбалансировано, все написано. Так что, пожалуйста, приобретайте, ищите. Вы не пожалеете. Дорого, конечно, еще раз говорю. Но что делать? Его хватит
на весь сад-огород. Все, всем спасибо. Всем пока.